Это плохо! Они совсем близко! Надо спасти Сингха! Дженсен, мне с ним не связаться! Дженсен, буря, возможно, выиграла нам время, но тебе надо нейтрализовать вертолет! Принято. Быстрее давай! Вертушка скоро уйдет! Миллер, вертолет обездвижен, повторяю. Дженсен! Да не за что, апнутый. Черт. Одна на компьютерах. Контролируемая человеком эволюция, доступная всем. Станем единым с машиной, с компьютером. Когда все кончится, иллюминаты не смогут контролировать таких, как вы, как они рассчитывают. Нет, стой! Происходящее на улицах Детройта — безумие, охватившее людей с механическими аугментациями. Шанхай, Лос-Анджелес, Анкара, Дубай. Там люди умирают. Миллионы гибнут. Выживших Панхей постепенно превратился в разбор завалов. Растущий список стран, требующих переселения аугментированных граждан, возглавляет Чешская Республика. Перевозят в безопасные места отдельно. Сегодня закрыли двери Шарихандат. Ты не думал, что все закончится инцидентом? Мы были жертвами. Нас наказывают за момент, когда мы себя не контролировали. Несколько взрывов. Может, заминированные машины. Новый теракт. В этот раз у полицейского участка. Совет безопасности ООН поручил... Новая организация по борьбе с терроризмом получит международные полномочия. 29.
агент Дженсен. Я не допущу повторения этого. Сколько стоили нам события в Дубае? Они знали риски. Сколько активов мы потеряли? Все. Песчаная буря не помогла. Задание прошло успешно. Видно, что вы уверены в успехе. Впрочем, хаотичная природа атаки может сыграть нам на руку. Интерпол увязнет надолго, а люди, благодаря нашим подсказкам, в итоге сделают выводы. В долгосрочной перспективе это всех нас касается. Все по-прежнему. Вы полагаете? Мне напомнить всем вам, как сильно мы сбились с курса? Инцидент с аугами вызвал в обществе раскол. Все пошло хуже, чем мы думали. И нестабильность с каждым днем растет. Это недопустимо. Чтобы обеспечить успех нашего предприятия, надо исключить разрушительные элементы. С вами все согласны. Но дайте мне вылететь в Нью-Йорк, и я лично оценю обстановку. Возможно, у нас уже есть голоса для прохождения акта о восстановлении человечества. Отлично. Стэнтон, сопроводите его. Возможно, нам потребуется оказать финансовое и политическое давление, чтобы закрыть рот противникам. Приступайте. Элизабет, я свяжусь с вами позже. Не получится, Луций. Даже с деньгами Дауда. Вы же знаете, что Рент найдет в Нью-Йорке? Слабых, беспомощных людей. И Натаниэль Браун до сих пор неизвестный фактор. Конечно. Именно поэтому мы приступаем к нашей альтернативной стратегии. В прошлом вы делали много заявлений, Пейдж. Вот ваш шанс их подтвердить. Все на месте. Можно начинать, когда пожелаете. Насколько безопасна ваша связь, Боб? У Януса сейчас, кажется, глаза повсюду. Он и его коллектив Джаггернаут. Янус проблем не составит. Я все устроил. Дубай заложил основы. Теперь пора привлечь всеобщее внимание. Пейдж, активируйте спящую ячейку. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Миллер, это Дженсен. Я выхожу из поезда. Принято. Введем тебя в курс дела, когда прибудешь. Ты сразу в отделение? Если не застряну на пропускном пункте. Документы у тебя в порядке. Просто не высовывайся. Конец связи. Позвольте вам помочь, мадам. Мадам, серьезно? Я бы сказал, милочка. Получила мое сообщение, Дубай. Да. Рада, что ты цел, Адам. Судя по всему, серьезная была засада. Да, такого я точно не ожидал. Как думаешь, кто это был?
Уверена, ваша опергруппа что-нибудь сообразит. И это будет совсем не то, что раскопает коллектив Джаггернаут. Но вообще странно, тебе не кажется? С чего бы Интерполу отправлять в Дубай отряд из Праги? Миллер сказал, данные лучших последователей были единственным свободным отрядом. Да? Ну так это вранье. Приготовить документы! Добро пожаловать в Прагу, Ауди! Пойдем. Документы! Приготовить! Коллектив следит за всеми опергруппами с тех пор, как мы внедрили тебя в отряд. У них была ударная команда в Омане. Те ребята прибыли бы на место гораздо быстрее. Не знаю. Если опергруппа прикрытия иллюминатов, как мы подозреваем, то посылать отряд в засаду не было смысла. Если только мы не должны были что-то увидеть официально. Au govern, si prestesi papiri. Si prestesi papiri na inspekciji. Не устраивай сцену. Даже не собирался, Алекс. Не заставуйся! За последние несколько дней все стало еще хуже. Все вокруг оборачиваются и косятся на нас в страхе, что ауды снова нападут. Если относиться к людям как к животным, они и станут животными. Думаешь, ничего нельзя сделать, чтобы это остановить? Я уже пытался 2 года назад. Получилось не очень. И что теперь? Считаешь, нам надо сдаться? Позволить взять верх ненависти и предрассудкам? Я говорю, что могу сражаться только с видимым врагом, Алекс. Те, кто все это устроил, настоящие вратилы, это их надо остановить. Ты понимаешь? Ты и я, коллектив Джаггернаут, мы все хотим их остановить. Но это не означает, что мы должны забыть о... Документ. Береги себя, железяка. Поверить не могу. Это твоя вина. Руки убери. Послушай, не усложняй все понапрасну. Ненавижу этот город. Идем. Если ты прав насчет Дубая, насчет того, что иллюминатам нужны были свидетели, то надо выяснить, для чего. Кто отдал приказ выдвигаться? Миллер. Но он наверняка исходил от кого-то выше по званию. Миллер все равно может быть замешан. Слышал о НПС? О нейтронной подсети? Конечно. ОГ-29 начальство пользуется ей для планирования и личного общения. Что это? Чип-стукач. Специальное устройство для прослушки. Янус его подогнал, чтобы чип встал на плату НПС. А, неуловимый Янус. Предводитель активистов. Я с ним когда-нибудь встречусь? Когда-нибудь, может быть. Но сейчас твоя цель, Миллер. Подумай, как добраться до материнской платы. Я тебе помогу.
Привет. Голос у тебя жуткий. Ты как? Мне слегка досталось. Ерунда. Ты цела? Я... Да. Да, все нормально. Бывало и хуже. Слушай, Алекс, у меня аугментации отрубились. Надо с ними разобраться, но если ты хочешь встретиться... Что? Да нет, нет, я в порядке. Ты лучше займись собой. Я крепкая девчонка. Свяжись со мной, когда восстановишься. Договорились. До связи.